Всем привет! Приветствуем вас на нашем канале снова. Сегодня мы будем обслуживать клапана сухого костюма Weitz. Итак, чтобы разобрать стравливающий клапан нашего сухого костюма, нам понадобится отвертка. Найдите на клапане вот такое вот отверстие, маленькое, да? Оно как раз предназначено для того, чтобы вставить отвертку и поддеть крышку. Поддеваем, открываем. Дальше отвинтите. И выньте пружинку с поршнем. Выньте вот эту часть. Дальше у нас внутри клапана есть две мембраны. Внимательно посмотрите на наличие мусора. Надо будет аккуратненько все это промыть. Все части берем и промываем проточной водой. Особенно аккуратно промываем вот под этой мембраной. Так, мы все промыли, прочистили, собираем все обратно, эту детальку на место. Здесь нам надо совместить вот эти прорези вот с этими выступами. Подбираем правильную позицию. После этого закручиваем все на место. Далее берем опять крышечку нашу и вот этим выступом к этой прорези закрываем. Все. Мы разобрали, почистили оба клапана. Можно собирать. Ставим наши клапана обратно на костюм. То есть прокладочка у нас будет непосредственно прилегать к костюму. Гайка снизу. Плотно закручиваем. То же самое с ручным клапаном. Вставляем. Прокладка. Ответная часть. Плотно затягиваем. Ну вот все, сервис нашего сухого костюма окончен. Завтра идем нырять. А в следующем выпуске я расскажу вам, как обслуживать клапана производителя Apex. А на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал. До встречи!